Так, для Ютуба это какой-то репой Артур Зерга каким-то протосом на ладере. Он говорит, что он очень интересный, так что мы его сейчас посмотрим вместе с вами. Together. Артур Зерг, попробуй не заспойлерить. Что в нем было, я пока просто буду перематывать. Если что-то забуду, ты можешь сам, даже сам о нем рассказать. В принципе. Кстати, да, давай попробуем так сделаем. Ну, ничто не предвещало никакого трэша. Чуть-чуть погромче сделай, секунду. Сейчас. Так. Продолжайте, сударь. Говорю, ничто не предвещало никакого трэша, угара и садомии. Я сидел, дронился, ни в чем не бывало, и решил, как обычно, сделать 15-ю хату против протоса. Не знаю, что он ставит в фаржу. 16-ю на позже на 10 секунд. Ну да, да, да. 16-ю. Ну. Я сделал эту хату и думал, ну, господи, да мне насрать. Так. Пусть даже поставит свои пилоны, я не знаю, фотонки. Я настолько имбовый, что это все отобью вообще изи. Даже в ус не думал. И тут он такой, бац, три пилона ставит. Я понимаю, что Хьюстон, у нас проблемы. Я 70% дронов вывел, чтобы снести эти пилоны. Не спрашивай зачем, потому что... Просто потому что так надо. Как бы три пилона, это 300 минералов. Это моя хата. Конечно, мои дроны не добывают. Почему ты не задел болт и сразу не оценил хату? О, потому что 300 пилонов, 3 пилона, 300 минералов. Дроны твои все это время не добывали? Ну и ладно. Ты потерял еще пару сотен минералов. Ну... Плюс тебя все равно закрыли, плюс хату тебе все равно отменять. Да, как меня закрыли, и хату мне все равно отменят. Ты прав. Ну я психанул, мне надоело такая хрень, потому что меня бесит. Какого хрена он поставил мне пилоны, ублюдок, мать его. Увидал, я поставил плетку, думаю, ну все, ладно, сейчас плетка будет. Плетка строится меньше фотонки. Плетка строится дольше фотонки. Точнее, дольше, да. Дольше. И я психанул, короче, и ушел просто. Просто ну, уехал. Просто уехал. Забирай эту сраную базу, она мне не нужна. Я таких еще 10 поставлю. Подавись. Неплохо. Ну и что, я подумал, что поставлю на своей третьей базу. Почему бы нет? Почему ты к нему лингами не побежишь? А почему куда поехали? Ты куда поехал? Почему не побегу? Побегу к нему лингами? Побегу с дронами вместе. Ну просто дроны, я половину дронов отправил обратно на базу, другую половину к нему послал, потому что пошел он нахер, он меня задостал. Я просто психанул. Еще я знаю, что там с другой стороны дырочка. О, он фотонку отменил. Еще и с другой стороны, ты видишь, да? Ага. Еще и фотонку отменил, ну бас. Видишь, да? Как бы пилон надо грыз. У тебя время на таймере в игре? 2.26. 26? Обнови. Я паузу поставил. Сейчас. 6.38. Подожди. Не, все нормально. Ну и чё, я дальше к нему... Ну, тебя понимаешь, что это задержка стрима, чувак. Нормально. Ничего, дальше я в эту дырочку... О, дронами пробил оборону. Я тебе серьезно говорю, смотри. Вращенец. Я тебе серьезно говорю, психанул. Тем временем, смотри, у меня... Смотри вниз. Ты видишь, я хату у него на третьей поставил. Что? Смотри, смотри. Как бы я... Сейчас я его отвлекаю, понимаю, что мне нужно тянуть время, нужно, чтобы он очканул. Смотри дальше, что я сделаю. Я, короче, ставлю хату у него на мейне, от меня и ставлю плетку. Что? Чтобы гончиков в точку сжалось. Вот вообще просто, видишь, он дронами катается, он не добывает. Мне как раз за то, что доктор прописал. Свращенец. Но тут приходит Дива, ты все объясняет. Ну приходит Дива, да, но тем не менее, заметьте, он катается все это время дронами. Дроны не добывают, а это профит. Каждая секунда катания дронов — это профит. Я катаюсь, катаюсь. А у тебя ну, дальше я уже забил. Хрен в итоге, дальше в конце. Дальше дронов ты добываешь. Да, да, да. А он катается. Я забил потом на этих дронов, они просто, я уже на них не смотрел. Я просто поставил хату. Снизу, заметь, снизу. Ты снизу смотри, все. Почему ты хату вообще не поставил здесь? Не где у него? Хату, да, на мейне. Хату? Хату. Да он ее сломал потом. Тем более там фотонки, он застроился бы. Он бы 1000 лет бы ломал и... Он доломал, он бы ее доломал бы с дронами, он бы ее доломал. Ты бы отменил ее в последний момент? Ну, не знаю. Вспомни газ я один запилил. О, игру с Майкером, да, помнишь, да? Помню. Как я его катнул. Вот. Так ты смотри, ты не туда смотришь, лол. Ну, смотри ну, на третью базу. Ну, я вижу, она работает. Значит, она не просто работает, я ставлю плетки. Начинаешь фотонить? Я начинаю... Плетить. Плетить начинаю, да. Я уже делал такую говнишку, я...
это помню. Имею опыт с такими протосами. Еще он, видишь, вернетку в стенке поставил. Я делаю квину, делаю следующую квину. Тем временем у меня 3 рабочие базы, у него 2. Причем вторая вообще даже не раскачана у него. Он еще и дронами катался. Как бы... Мне кажется, или у него проблемы? И смотри, у него фаржа в стеночке, фотонка не достает. Лол. Все. И все на одном пилоне. Изи, блин, еще на одном пилоне, да, кстати. Лол. И он, заметьте, кстати, посмотри от него вижу, он это не видел. Для него это просто, представляешь, из ниоткуда 3 плетки приходят. Да, да, да. В шоке, такой паника просто, меня а чего? Меня так сразу зачистили. На днях. Да, хорош, хорош. И причем я знаю, я против таких чуваков уже играл. Сейчас его следующая реакция это Старгейт в любом случае, потому что Старгейт убивает плетки, 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 плетки. Я вам поставил спорочку заранее. Сейчас я начал газы добывать тут же, потому что, блин, ну, как бы 3 базы, лейер, газы, это профит. Потому что горелки убивают смутой. Вот, я думал сделать Нидус, но Нидус долго. И пока туда-сюда. Масил бы Квин. Я масил Квин. А воу, ты Квин заказываешь? Я Квин заказываю, я все делаю четко, чувак. Только газы позвонил, тебя вошли очень-очень. Газы, да, очень. Ну, я потому что... Понятно, отвлекался на все. Ключевой момент был там, снизу, на втором турале у него. Жесть. Все, минус кибернетка. Нет кибернетки, нет сталкеров, нет варп-гейтов. Заметьте, кстати, варп-гейты не заказал. У него нет варп-гейтов, он не может ничего делать. 13 минут игры. 13 минут игры. Ей. Сказал мне... Сказал Протос. Сказал Протос. Чего ты мне заблочил рампу? Я просто психанул, серьезно. Тут еще повезло, то, что карта тут дебильная, тут проход тут есть, это идиотский. Uh-huh. Если бы не было, естественно, я бы ничего не сделал, и я бы тут заснул еще какого. Ну, а грелки тебя не испугали? Грелки? Ну, ну, и был момент, когда я понял, что пора что с этим делать. Ну, блин, у меня 3 квины, у него 2 грелки, у меня есть трансфьюзы небольшие, чуть-чуть. Да. Еще плюс это, как ее зовут-то, спорка. Uh-huh. Ну, у него 4 газа работает. А, у меня 6. Кого больше? И правда. Ты делаешь шпиль. Я делаю шпиль и вилли, да. Делаю шпиль. Флотилия? Да, моя флотилия. Я тоже удивился, когда я его увидел. Чё там вообще это? Жесть. Что бы ты на его месте делал? Ему нужно срочно было варп-гейты заказывать под бустом, хоть как-то отбиваться. Как бы грелки грелками, но блин. У него тысяча думал... газа, там можно было... Знаешь, он наверное, думал, что у меня всего одна база. Пока 1000 газа. У меня 1600 газа, чувак. Сделать 4 старгейта. И 8 грелок сделать по-быстренькому. Ну видишь, он контролит эти грелки, он хотел ко мне прийти на мейн, и меня достать врасплох этими грелками. К чему? Твоя зона. Фу, он мог хату убить. Что он делает? Куда он полетел? Оу! Прилетел, короче, отменил тебе все плетки спорки и улетел. Нахрена прилетал вообще? Хороший вопрос. Ну тут я, короче, уже заказал моторисков. 14 моторисков с гридом на атаку. И Нидус. И да, и Нидус я это заказал на всякий случай. Нидус зачем? Чтобы вместе с этими... Как зовут-то? С моторисками можно было собак туда притащить на мейн. То есть Нидус защищать моторисками и собаками забежать. О, тут, короче, карта такая, что один фотон верчаж действует на весь мейн. Да. Лол. Жестко очень был. Чувак делает батон с двух баз, как Вайтра. Просто. У него батон в заказе, я не увидел. Да. А. Жак. И грейд там уже, кстати, докачать доказался. У него грейд на атаку. Как у него 4 грелки против моих 7, 17 муталисков, или сколько там их 20? 20 муталисков. И, собственно. Сейчас ты хоть вовремя газ поставил, успел деньги потратить. Ну как бы, когда уже есть муты, когда игра в моих руках, это проще, чем когда, блин, ко мне приходят всякие риперы и прочее говно. Ну вот, все. 20 муталисков, у него 5 гриф. Ты домой. Да? Красава, красава. Ребят, вам понравилось? Так вот, извращенец. Не, прикольная игра.
Да. Чего не скажешь, клевая. У меня была игра похожая, короче, я... Ну, сейчас похожая в плане того, что она тоже долбанутая. Я послал... начал... как он называется-то? Чизить Террана с бейлингами. Пошел, короче, на него, пытался пробить. В итоге не пробил, он кое-как задефался, там рабов чуть потерял. Я изучил закопку. Случайно. Случайно? Случайно, да. Потом, когда его закопка закончилась, я смекнул, что у меня есть бейлинги у него под базой. Я закопал бейлингов у него на второй нычке, в рабах. И ушел. Он туда прилетел, перевел рабов, я бомбанул. Штук 20 рабов я у него убил. Это было четко. Круто.